Вітаю вас. Наш ефір продовжує програма «Полі зору транспорту». Сьогодні гість студії Ігор Житінський, експерт Асоціації працівників транспортної галузі та інфраструктури. Вітаємо вас у нашій студії. Пане Ігор, 14 червня заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк провів нараду. І тоді йшлося про скорочення нелегальних перевізників на дорогах України. Ну, я так розумію, що ця проблема, вона нагальна, викликана часом. Ну, хотілося б почути ваш коментар з цього приводу. Наскільки актуальна проблема? Ну, проблема, увы, з кожним днем становится все более ощутимее и ощутимее. Доля нелегальных перевозок в сегменте пассажирских перевозок возрастает. И здесь есть проблема в том, что государство самоустранилось от регулирования процессов в сфере пассажирских перевозок. Если государство не регулирует, то этим пользуются недобросовестные предприниматели, которые сразу же занимают эту нишу и предоставляют услуги нелегальных перевозок, которые фактически приводят к тому, что очень тяжело легальному бизнесу конкурировать с нелегальным, потому что легальный бизнес должен платить налоги, содержать социальную инфраструктуру, содержать штат, содержать медиков, механиков, чтобы соответствовать законодательным нормам. А нелегальному перевозчику, как правило, подвижной состав не, скажем так, не проходит техосмотр, водители не проходят медика и механика, и поэтому у нас нередкие случаи, что за рулем нетрезвые водители. Но эта проблема в том плане очень актуальна, что те государственные органы, на которые государство положило функции контроля за нелегальными перевозками, это в первую очередь Укртрансбезпека, это национальная полиция, не выполняют свои функции контроля за нелегальными перевозками. Или просто, скажем так, закрывают глаза, тем самым давая возможность этому, скажем так, недобросовестному явлению развиваться и иметь дальнейшее развитие. Ну, насколько я понимаю, если уж министерство заинтересовалось этим вопросом, то есть какие-то попытки наладить ситуацию есть. И, насколько я понимаю, это проблема не только Николаевской области, это в целом по Украине, хотя вот мы по большому счету говорим о Николаеве. Вот вы каких результатов ожидаете? И каким образом они собираются бороться с нелегальными перевозчиками? Каким образом они собираются все это выводить из тени? Хотя, с другой стороны, казалось бы, оно же все на виду, все это видят, все об этом знают. Я, ну, скажем так, вы знаете, если раньше мы все относились к слову реформы, изменения, это имелось, подразумевалось что-то положительное. С оптимизмом. С оптимизмом. Все ждали. То сейчас я к этому отношусь очень настороженно, потому что, как правило, все реформы, они как не доводятся до конца, и, как правило, полумеры только еще хуже влияют на тот же рынок пассажирских перевозок. Разбалансировать систему очень легко. Потом ее, скажем так, заставить правильно работать очень тяжело. Насколько я слышал из выступления на этом совещании замминистра, они планируют, скажем так, пассажирские перевозки вывести в поле саморегулируемых перевозок. О чем это как? Это государство хочет самоустраниться от процесса регулирования. То есть оно уже самоустранилось? Оно вообще на законодательном уровне, да? Увы. В чем корень зла? Корень зла в том, что когда формировалось правительство, оно формировалось по квотному принципу. И Министерство инфраструктуры по квотному принципу досталось Народному фронту. И, увы, все люди, которые пришли по этой квоте работать в министерство, скажем так, прямых транспортников в этой команде, увы, нету. То есть людей, которые бы знали бы изнутри. Изнутри, да. И они, видя, сколько проблем с пассажирскими перевозками, с транспортом, они пытаются эти проблемы, скажем так, не решить, а пытаются переложить их на плечи самих перевозчиков. Я считаю, это в корне неправильно. Они пытаются узаконить, если сейчас по закону все отправки на пригороде, межгороде должны идти с автостанцией, они хотят узаконить, чтобы пассажирские перевозки могли осуществляться не только с автостанции.
Это, грубо говоря, узаконить весь тот бардак, с которым мы все эти годы мужественно боремся. Я считаю, это в корне неправильно, потому что если государство уйдет в сторону от процесса регулирования этого вида бизнеса, который связан с жизнью граждан, то, что сейчас творится на дорогах, у нас одна авария за другой, у нас очень много ЧП происходит, то я думаю, что гораздо больше будет происходить. Поэтому я выступаю, и наша ассоциация выступает категорически против. Государство не должно на самотек бросать те процессы, которые происходят в транспортной отрасли. Ну, то есть, можем ли мы делать вывод, исходя из ваших слов, о том, что если, допустим, государство уже окончательно отстранится от всего этого процесса, то в принципе уже есть какая-то определенная монополизация рынка. А тогда мы, в принципе, можем не ожидать нездоровой конкуренции, ничего. Увы, программы развития пассажирских перевозок в Украине у Министерства инфраструктуры нет. Классно. Да. Как бы это ни было, скажем так, прискорбно об этом говорить. Вы знаете, вы упомянули о совещании 14 числа. Ну, понимаете, ну что это за совещание? Собирают представители Укртрансбезпеки, представителей управления транспорта обладминистрации, несколько перевозчиков, ряд ассоциаций, которые там ближе к министерству, и друг друга уговаривают, как реформировать транспортную отрасль. Ну вот Лавренюк заявил, что начинать борьбу они будут со старого дедовского метода, кнута и пряника. Так как вот интересно. Вопрос заключается в том, что если бы они прислушивались к нашему мнению и к здравому смыслу, навести порядок в сфере пассажирских перевозок довольно-таки очень просто. А как? Я привожу вам пример. Надо принять законодательные акты, которые ужесточат требования к нелегальным перевозкам. Попался на перевозки пассажиров нелегально. Первый раз штраф где-то в размере пусть 50-100 тысяч гривен. Второй раз, если попалось транспортное средство на перевозки пассажиров в нелегальной сфере, конфискация транспортного средства. Как это, почему за рубежом нету нелегальных перевозок? Потому что там даже никому в голову не придет выполнять те функции, которые ему не свойственны, транспортному средству. Если бы у нас ужесточили до такой степени бы наказание за нелегальные перевозки, я думаю, в течение месяца бы все нелегальные перевозчики ушли бы в тень. Ушли бы с рынка, точнее. Но, увы, здесь нужна политическая воля. Политическая воля. У нас этой воли в министерстве пока мы не видим. Ну, также там говорилось о том, что собираются усилить контроль за перевозчиками, пересмотрят принцип отбора водителей для работы на маршрутах, а также легализуют места отправления. Ну, про это вы сказали. Доработают нынешние законопроекты. А вот усилить контроль за перевозчиками. То есть вы считаете, что это тоже так, ну, воздух впустую, заявление? Вопрос заключается в том, что у нас, если усилить контроль, кто этот контроль будет осуществлять? У нас будет осуществлять Укртрансбезпека, на которой сейчас по закону возложены функции контроля за транспортными средствами. Но если давайте сейчас скажем так, если сейчас, имея всю полноту ответственности, имея все рычаги влияния, она в упор не замечает неисправный транспорт на наших улицах. Она в упор не замечает нелегальные отправления. Фактически у нас есть структура, которая должна за это отвечать, и которая есть все рычаги. Но она полностью коррумпированная. Они занимаются только как сбором подати с предпринимателей. Но не будет ли в дальнейшем такой же сбор подати, учитывая ну, вот ваше предложение, например, о штрафных санкциях? Всего наш закон такой, избежать можно всего, что угодно. Тут, скажем так, да, есть опасность, но вопрос же заключается в том, что если, понимаете, если принимая тот или иной закон, общественность привлекали в качестве экспертов и в качестве контрольного органа, тогда мы могли бы это избегать. Вопрос заключается в том, что у нас все контролирующие органы – это царство в царстве. Угу. Они что хотят, то и делают. Потом, вот я вам приведу пример Укртрансбезпека. Мы все, ну, очень много нареканий были на бывшего главу Укртрансбезпеки Костенко в Николаевской области. Ну что, вы думаете, он, чтобы увести удар из-под себя, своего друга, который был у него помощником, сделал сейчас начальником инспекции, а сам у него зам. Ну, чтобы формально его фамилия не... Ну, понимаете, когда идет такое шулерство, когда фактически государственные должности, это как, знаете, как в карточная игра, карты раздаются, понимаете?
Ну о каком наведении порядка идет речь? Просто люди сидят на потоках, они собирают деньги, им неплохо, а государственные интересы им все равно, как они будут развиваться. Поэтому, если государство на самотек бросило свои функции, если она, государственные органы занимаются самопрокормом, это их не основная цель, ну тогда перспективы развития я не вижу с такими контролирующими органами. Ну, тем не менее, хотелось бы думать и надеяться на то, что какие-то позитивные изменения будут все-таки. Давайте будем оптимистами. Ну, может быть, что-то изменится. Давайте скажем прямо, вот взять даже Николаевскую область. У нас, вот кто борется за наведение порядка в транспортной сфере? Это Центр антикоррупционных расследований Дениса Барашковского, там Демальянс и Центр журналистских расследований. Это вот три общественные структуры, которые занимаются транспортной темой и которые проблемы транспорта показывают, что происходит, и показывают эти нарывы. Всех остальных все это устраивает. Всех чиновников, которые отвечают за транспортную инфраструктуру и за транспорт, такое ощущение, что их все устраивает, у нас все хорошо, уже дальше развиваться некуда. Все это. Поэтому, когда мы будем все созерцать со стороны, что происходит, и сами будем подыгрывать тем же нелегальным перевозчикам, отправляясь с нелегальных автостанций и так далее, то рынок так и будет, скажем так, однобоко развиваться. Ну, а как вы считаете, в городе, по крайней мере, прислушиваются к этим общественникам? Потому что постоянно проходят какие-то встречи, они постоянно там свои предложения в мэрии озвучивают на каких-то совещаниях. Вроде как их слышат, а на самом деле? Я вам хочу сказать, что благодаря общественникам вообще хоть обратили внимание на тот беспредел, который творится в городских перевозках. И благодаря общественникам они настояли, чтобы прозрачно принималось решение по договору, который заключается с перевозчиками. И что самое главное, большая честь и хвала, что они доказали свою правоту, что в договоре прописаны с перевозчиком прописаны номера транспортного средства, который выиграл конкурс. Для чего это необходимо? У нас какая была картина до этого? Перевозчик по непонятным причинам выигрывает конкурс, а у него даже, может быть, нету подвижного состава. Выигрывает конкурс, а потом под себя привлекает потусторонних перевозчиков, которые под его документами работать будут на данном маршруте. Заявлено одно количество маршрутов, да. Транспорта. А по факту оно есть другое. Это потому что есть коррупционная составляющая, есть, скажем так, на этом рынке. И общественники это показали. И это и договор, который они сейчас вынуждают перевозчиков подписывать, там четко указано, что прописываются номера транспортных средств, которые выиграли конкурс. Но я, насколько знаю, там очень противится и управление транспорта, и перевозчики, потому что, увы, управление транспорта работает не в интересах громады, в интересах города, а в интересах перевозчиков. И я вам хочу сказать, что у нас управление транспорта, это как бы, наверное, филиал транспортных предприятий в горосполкоме. Потому что ни одно решение в пользу горожан, оно не генерирует. Почему общественники, которые не профильные специалисты, они ищут механизмы улучшения качества обслуживания для горожан, а профильное управление делает все, чтобы закрыть рот общественникам, чтобы лучше жилось перевозчикам. Поэтому дай бог здоровья общественникам, дай бог, чтобы они не останавливались на полпути, потому что, увы, только сейчас только это единственная сила, которая борется за наведение порядка на рынке пассажирских перевозок. Ну, к городским маршрутам мы немного позже обратимся. Смотрите, вы говорили о том, что, собственно, на этом совещании говорилось о том в Киеве, что будут легализировать места отправления пассажиров. Тем не менее, пока это не произошло, в городе появляются новые нелегальные места отправлений. По сути, люди отправляются прямо с проезжей части, без билетов, но это традиционно. Насколько я знаю, речь идет об таком, ну назовем это автовокзал, расположенном на пересечении улиц Космонавтов и Кирова, в районе супермаркета АТБ. Вообще, чья ответственность? Кто должен заниматься этим вопросом? Как получается, что вот столько говорят об этих нелегальных станциях, а они появляются и появляются? Я в начале передачи сказал, что по закону все перевозки пригород, межгород должны отправляться с сертифицированной автостанции. По закону. Точка. Никаких других точек отправления не должно быть. Если это происходит, это
при молчаливом согласии Укртрансбезопасности, руководства, значит, они вступают в коррупционные договоренности с перевозчиками и закрывают глаза на то, что идет наглое нарушение закона. Это же не просто отправление. Это же, давайте скажем прямо, это отправление без продажи билета. Это значит, человек не застрахован. Фактически, это уклонение от уплаты налогов. Здесь очень много тех контролирующих органов, которые могут на этот процесс повлиять. Но почему-то ДФС этой проблемы не видит. Или для них это очень мелко. Это, ну, скажем так, они, может, там привыкли миллиарды собирать, а тут какие-то копейки у транспортников. Это проблема нацполиции, потому что как в неприспособленном месте идет погрузка и отправление пассажирских транспортных средств. Это тоже нацполиция закрывает глаза. Поэтому весь букет контролирующих органов показывает, что в области просто существует определенный договорняк. И этот бизнес очень хорошо процветает. Поэтому при попустительстве контролирующих органов, если бы они к этому, к своим обязанностям серьезно относились бы, такого бы расцвета нелегальных перевозок бы у нас бы не было. Скажите, пожалуйста, а какие требования к автостанции, к сертифицированной должны быть? Или не должны быть, а есть? Ну, во-первых, сертифицированная автостанция подразумевает, чтобы это были безопасные въезд-выезд с автостанции, чтобы была предназначена площадка для отстоя транспортных средств. В зависимости от классности автовокзала должны быть там, начиная от кассы, это само собой, кассовые аппараты на автостанции должны быть комната отдыха водителей, комната отдыха матери и ребенка, зал ожидания должен быть, в зависимости от классности, медпункт, в зависимости от классности автовокзала, соответственно, еще удобства, которые необходимы пассажиру перед поездкой. Все эти должны быть, также должны быть платформы, с которых должны отправляться, они должны быть информационные стенды, которые показывают график отправления, интервал движения, ряд еще аспектов. То есть, по сути, у нас в Николаеве только один автовокзал, да, сертифицированный, или который отвечает требованиям, или есть еще какие-то? С точки зрения, который отвечает требованиям, это, я считаю, что один автовокзал, это межгородской автовокзал, и пригородный автовокзал, который сертифицированный, это прям находится возле областного телевидения, возле АТБ, это пригородная автостанция. Но, увы, у нас такая практика, что у нас, скажем так, за последние годы умудрились получить аттестацию даже остановки общественного транспорта. Вот по улице Чигрина, мы много говорили об этом. Автостанция Южная, она умудрилась получить третий класс автостанции. Это ж какой-то чиновник в Киеве выписал эту бумагу без зазрения совести. Понятно, что за какую благодарность он это все делал. Поэтому беспредел, увы, процветает, и факты налицо. Или возьмем автостанцию Дачная. Автостанция находится на проезжей части дороги. Такое нигде в мире не встретишь, чтобы на проезжей части дороги поставили будку и назвали это автостанция. Понимаете? Абсурд, но в нашей стране это присутствует. Мы как-то пытались, так получается, что на дачу мы ездим, вот именно с этой автостанции, мы пытались взять билеты, но нам водитель сказал, вон рулончик висит, знаете, наверное, такие маленькие рулончики с маленькими билетиками. Может ли этот билетик быть гарантией моей безопасности, если я его сама вынуждена отрывать, и вот он какой-то вот такой вот совсем махонький? Есть ли какие-то определенные требования вот к билетам в том числе? Вопрос заключается в том, что с автостанции, почему законодатель прописал, что автобусы должны отправляться с автостанции? Это подразумевает то, что человек покупает в кассе билет. В билете идет страховка пассажира, в билете указан перевозчик, указана платформа, откуда отправляется, время отбытия и время прибытия. Вся эта информация должна быть в билете. Соответственно, и помимо того, что этот билет является, это же как бы фискальный документ, он является, сразу же идет уплата налогов за проезд. То есть этот билетик, это вот просто отцепитесь от меня и все, со своими билетиками. Это никакой юридической силы этот билет за собой не несет на пригородных межгородских маршрутах. 15 июля в Николаевской области
Произошла страшная трагедия, ДТП с участием маршрутного такси и зерновоза. Тогда погибло несколько человек, очень много людей находится в больнице сегодня. Вот ваша информация, кто перевозчик, и вот у этих людей, которые пострадали, какие у них гарантии, смогут ли они получить страховку после того, что с ними насколько произошло? Насколько информация доступна в средствах массовой информации, перевозчиком являлся предприятие «Орионавто». «Орионавто». Вы знаете, рассматривая данный случай, насколько я владею информацией, у людей билетов не было, билеты никто им не выдавал. Соответственно, доказать, скажем так, страховой случай, я думаю, будет очень проблематично. Если есть у этого перевозчика хоть капельки совести, он все-таки должен поучаствовать и помочь гражданам, которых фактически по вине автопредприятия покалечили, и там еще есть много со смертельным исходом. А авария произошла по вине водителя маршрутного такси? Или Я вам сейчас хочу сказать, рассматривать вопрос, ну, это следствие я буду устанавливать, я не следователь, я не могу сказать по вине чего. Но то, что однозначно, что транспортное средство и шло с превышением скорости, чтобы вы понимали, почему мы говорим, отправляйтесь с легальных автовокзалов, пользуйтесь автобусами. Понимаете, во всем цивилизованном мире есть ограничение скорости для перевозки пассажиров. В нашем случае это до 100 км в час. Насколько нам известно, этот микроавтобус, а что такое микроавтобус? Это грузопассажирский автобус, который на территории Украины переделывается, ставятся окна, ставятся кресла и переделывается в пассажирский. Он не соответствует технике безопасности, которая, скажем так, требования к перевозке пассажиров. И у меня возникает вопрос сразу поэтому. А почему на этом маршруте ехал автобус М2 класса? На таких маршрутах... Это что значит? Это низкого класса уровень, ну, пассажирский автобус низкого класса уровня. На таких маршрутах с высокой пассажиропотоком должны ездить автобусы М3 класса. Это М3 класса. Во-первых, это автобусы более тяжелые. Они более устойчивые, более массивные. И если бы вместо Мерседеса или там микроавтобуса ехал бы автобус М3 класса, может быть, этой трагедии в таком масштабе бы не произошло, потому что, может быть, автобус просто устоял бы на дороге. Поэтому сразу возникает вопрос к обладминистрации. Если обладминистрация прописала под перевозчика, под «Орионавто» Буркуна условия конкурса и под его маршрутки занизила условия конкурса, тогда правоохранительные органы должны разбираться с обладминистрацией, кому она подыгрывала. А если товарищ Буркун вместо того, чтобы выпускать на линию автобус М3 класса, выпустил и снял с городского маршрута, это же автобус, и поставил маршрутку вместо заниженного класса, так это значит, он должен отвечать перед людьми. И вообще, извиняюсь, такие мерзавцы, по-другому не скажешь, которые человеческую жизнь ни во что не ставят, должны все-таки отвечать. Поэтому они привыкли, что у них вседозволенность, у них все схвачено, им ничего не бывает. Насколько я знаю, на сегодняшний момент, ну, вот, что люди, которые оказались в больнице, они фактически сейчас сам на сам со своей бедой. Им никто, государство не помогает. Перевозчик, я так понимаю, что он настолько великий, что он считает, что это... Ихние проблемы сами разберутся. Покалечил людей, столько людей угробил, и эта проблема людей стала. Вы понимаете, цинизм и, скажем так, вот то, что происходит на рынке пассажирских перевозок, просто, знаете, ну, вызывает возмущение. Тут, так, я так понимаю, что у нас и первые руководители области должны были взять под личный контроль ситуацию, которая сложилась в результате этой трагедии. А сейчас я уверен, сделают крайним водителя маршрутки, сделают то, что он вообще выехал не по своему, он вообще взял самовольно машину, выехал, ну, скажем так, левачил, и крайний будет водитель. Я думаю, что... Это так делается. Ну, когда случается ДТП, всегда делается. Потому что я уверен в том, что эта маршрутка ехала не по графику, эта маршрутка ехала без продажи билетов. Понимаете, налицо полностью весь букет правонарушений. Здесь, извиняюсь, должны работать все правоохранительные органы и наводить порядок. Но, увы, чувствуя свою безнаказанность, я говорю, сделают крайним водителя маршрутки или водителя зерновоза, ну, кого-то сделают. А кто к этому привел,
То, что, что машина должна была другая, что обладминистрация закрывает глаза на перевозки в области, фактически подыгрывая монополистам, фактически дала на откуп все пассажирские перевозки в области структурам Буркуна. Никто не понесет ответственность. А я вам хочу сказать, если бы соблюдался закон, и если бы на маршруте был автобус, скажем так, с регулировкой ограничения скорости, как это в Европе, как это должно быть. Просто в Европе, чтобы вы понимали, что там автобус, если он превышает скорость положенной, глохнет мотор, и автобус дальше не едет. Угу, да. А у нас, вы меня извините, у нас непотреб за границей привозят, это ж Мерседесы, Фольксваген, это переоборудованные грузовые микроавтобусы. Которые уже отработали? Отработали свой ресурс, они не предназначены для перевозки пассажиров. Но вот такое лобби в лице Буркуна и той ассоциации, куда он входит, они пролоббировали на уровне законодательства, что им разрешают на таких автобусах ездить. Но вопрос же заключается в том, что чиновники должны принимать свои решения во благо громады, а не в угоду коммерсантам. А пока у нас все шито-крыто, все так, мы видим такой результат. Я обращаюсь ко всем средствам массовой информации. Мы должны держать под контролем ту ситуацию, которая произошла с людьми. Мы все с вами ездим общественным транспортом на этих маршрутках. Если мы сейчас эту ситуацию упустим, если горе людей останется только горем этих людей, которые пострадали, то завтра никто из нас не застрахован, что с нами не случится такого горя, находясь в маршрутке либо в городе, либо за городом. Поэтому я вас прошу и ваш телеканал, давайте эту тему отследим, чтобы люди поможем им, чтобы они получили ту компенсацию, которая по закону положена, и все-таки заставим этого, недобросовестного перевозчика все-таки признать свою вину и помочь людям, которые пострадали по его вине. Що ж, на жаль, наш час вже вичерпано. На цьому будемо ставити крапку таким зверненням до засобів масової інформації. Я дякую за те, що завітали до студії. Дякую за вашу позицію. На все добре.